Все мы знаем, что наша любимая игра разнообразна и в каком-то плане уникальна, и если сильно захотеть, можно сделать что-то невообразимое и даже попасть в книгу рекордов сервера, на котором вы играете. Всем привет, друзья, с вами Данте, и у меня к вам сразу такой вопрос. Ставили ли вы какой-либо рекорд в Сампе, и если да, то пишите об этом в комментарии, мне будет очень интересно их почитать. Каждый из вас наверняка видел на форуме своего сервера рекорды, которые заключаются в принесенных килограммах на шахте, максимально развитой скорости на машине или же самый большой онлайн во фракции. Скучно, не правда ли? Так вот, в этом видео таких рекордов вы не увидите, а будут только самые исключительные и уникальные рекорды, о которых вы вряд ли когда-либо слышали. Так что усаживайтесь поудобнее, ну а мы начнем наш топ-10 наитупейших и смешных рекордов в GTA Samp. 10-я строчка и рекорд сервера Arizona Phoenix. Игрок с ником Саня Гамора за один день умудрился продать целых 14 авто. То есть, если взять за средний суточный онлайн одного игрока Сампа 3 часа, получится, что этот парень продавал каждый час по 4 машины. Уж слишком он привередливый к своим покупкам, не правда ли? 9-е место в моем топе — игрок сервера Arizona Tucson Джесус Винсконти, который за двое суток провел на сервере в АФК 25 часов. И зачем он только заходил, ведь если ты в АФК, тебе не приходит Payday. Очень странно. 8-е место – игрок белого сервера проекта Advance RP Декстер Ретвелл, который пропрыгал весь штат с помощью банихопа всего за 30 минут. Бежал он по всему периметру, то есть, проще говоря, по краю карты. Далее, 7-е место в моем топе занял администратор Advance RP Yellow Алекс Шарпер, который за сутки находился в игре 19,5 часов, не считая времени АФК. Вот это просто админ мечты, в котором нуждается, наверное, каждый проект. 6-е место и игрок сервера Diamond RP Radiant Адам Роквелл. Немного непонятное достижение, но все-таки рекорд. Этот парень отыграл 6121 минуту за час. Внимание на скриншот. 5-е место — Александро Бонасера, еще один в нашем топе игрок Advance RP White. Этого парня поистине можно считать главным стукачом Сампа. За всю свою игру на сервере он залил более 1400 жалоб на игроков. Так что будьте осторожны, встретив этого парня в игре. Я вас предупредил. 4-е место, друзья, и игрок Advance RP Chocolate Владимир Резнов. Это первый игрок, который пробежал сначала от Лос-Сантоса до Сан-Фьера, затем оттуда до Лас-Вентураса и обратно вернулся в Сантос, при этом бежав с подносом еды в руке, а это значит, что он ни разу за свою прогулку не использовал прыжок для ускорения. Итак, тройку наших рекордсменов открывает самый новый из списка моих рекордов — игрок Grand RP Mars с ником Marcello Ferrari, который заработал самый большой штраф на проекте – 1 135 000 вирт. Если кто не знает, один штраф за превышение скорости на этом сервере равняется 500 виртам, а это значит, что он превысил скорость ровно 2270 раз. Вот это по-настоящему гроза копов. Серебро нашего топа достается игроку Advance RP Silver Marcus X, который за всю свою игру на сервере сменил ник, внимание, более 570 раз, что равняется 4560 российским рублям. Еще один человек из нашего топа, который не сидит на одном месте. Это я про того парня, который за день продал 14 машин. Ну что ж, друзья, и первое место в нашем топе занимает девушка с ником Виктория Мальдини, которая играет на втором сервере проекта Samp RP. Дело в том, что она очень любит донатить и зарабатывать вирты в игре, она, видимо, не привыкла, поскольку ее донат-счетчик на сервере равняется... Так, если сейчас я произнесу неправильно это число, то не ругайтесь. 660 125 000 вирт, или попросту 660 кк. Давайте сейчас посчитаем, сколько это стоит реальных денег. На Samp RP система доната, как вы знаете, не очень простая, как на других проектах. 50 миллионов вирт стоит 10 тысяч рублей. С помощью простых вычислений на калькуляторе можно заключить, что Виктория потратила на донат, внимание, 130 тысяч рублей. Если учесть то, что иногда там бывают всякие акции, то можно и округлить до 100 тысяч, но все-таки 100 тысяч рублей! Да на эти деньги я мог бы себе купить наикрутейший компьютер или же full пакет аппаратуры для съемки качественных видео на свой канал. Ладно, мечтать не вредно, к счастью.
Друзья мои, я очень старался в поисках этих рекордов, облазил более 10 форумов, открыл и пролистал около 100 страниц в интернете, чтобы найти эту десятку самых интересных рекордов Сампи. Так что я вас очень попрошу поставить лайк под этим видео и подписаться на мой канал. Спасибо, что остаетесь со мной, а также огромное спасибо за просмотр этого ролика. Желаю всем удачи, с вами был Данте, всем покеда.